Приветствую вас, дорогие друзья и случайно зашедшие. Сегодня хочу посолить семгу. Много в интернете видео по этому поводу. И у нас на канале есть посол различной рыбы. Ну, может быть, кто-то не видел из наших подписчиков или никогда рыбу не солил, а теперь решил посолить. Я думаю, это видео будет не лишним. Я покажу, как я солю рыбу. 4 столовые ложки вот так прямо с горкой соли на мой кусок. Если у вас кусок меньше, соответственно, соли нужно меньше. И вот так 2 совершенно неполные, вот смотрите, ложки сахара, а то и 1,5. Сахар в соленую рыбу, в любую, даже в вяленую добавлять обязательно. Сахар придает такой вот определенный вкус рыбе, то есть не чисто соли, а что-то такое пикантное, а рыбка получается очень вкусная. Перемешиваем. Значит, смотрите, я иногда добавляю сюда перец, вот, смотря какую рыбу солю, допустим, если мою. Но перец не просто, обычно в пакетиках, а перец я беру горошком и раздавливаю его между 2 листами бумаги скалкой. Получается такой очень крупный помол, очень ароматный, и рыбе придает прямо запах такой. Но опять же, я говорю, это подходит для мойвы и для селедки. Семгу я солю просто так, вот соль и сахар. Теперь займемся самой рыбкой. Рыбу помыла, и сейчас я ее промокну салфетками, просушу. Теперь отделим филе вот вдоль позвоночника. Вот так вот продеваю ножик и режем. Одна половинка. И точно так же освободим от костей вторую половинку. Вот этот верхний плавник с жирком, его можно сразу срезать. Пойдет на уху. И также сейчас на второй половине покажу. Здесь есть такие пленочки, потом здесь тоже будет вот эта пленочка. Я все это срезаю. И кто любит животики, можете вот это оставить. Они, правда, не так быстро просолятся, как основная рыба. Кто не любит, может вот так вот срезать. Это самые жирные части. Сейчас я второй кусок сделаю, и тогда сразу и там, вот я вам покажу, вот эти косточки, которые идут в основном филе, их нужно вынуть обязательно или руками, или пинцетом. Если у вас специального пинцета нет для рыбы, женщины могут использовать косметический пинцет, но они достаточно легко выдергиваются. Поэтому обязательно так вот пальчиками проверьте, нет ли здесь больше косточек. Любую емкость можете взять. Посыпаем дно, кладем шкуркой. Шкурку я почистила, чешую счистила у рыбы. Все, вот так вот кладем рыбу. Как раз хватило для 2 рыбок. Посыпаю сверху, также солью присыпаю. Все, накрываю пленкой и затягиваю. Но я бы вам советовала пленку пробить зубочисткой или шпажкой вот так, чтобы у нас дышало. Все, завтра рыба будет готова. Кто любит посолонее, может еще подержать пару дней. Рыбка чуть больше просолится и будет более соленая. Посмотрим, что у нас с рыбкой. Запотевшая пленочка. А в местах проколов пленка не запотела. То есть рыбка наша дышала. К
Красота! Сейчас мы ее промоем и попробуем на вкус, что у нас получилось. Один кусочек сначала промоем. Обязательно промокнем салфетками, можно марлечкой. Ну вот так вот. Очень даже ничего.